В Украине снова подорожают алкоголь и сигареты. Сегодня опубликовано постановление Кабмина. Оно вступит в силу через 10 дней. Очередному подорожанию уже обрадовались в Минздраве. Дескать, теперь украинцы станут меньше болеть и умирать. После предыдущих повышений в стране снизился коэффициент респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил представитель ведомства Константин Красовский. Напомню, в этом году акцизы дорожали уже дважды, в январе и марте. А согласно договоренностям с ЕС, в течение следующих нескольких лет сборы должны достигнуть отметки 90 евро на 1000 сигарет.